Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть вперед на зомби войну. Так, ну что, сегодня у нас пятница, и как вы все говорили, что по пятницам у нас ивент. И я вроде бы вижу, ребята, заветный наш подарочек, который дается за ивент. Корн ферм, да? Это у нас, ага, мы, по-моему, здесь будем против байкеров воевать. Ладно, хорошо, это мы чуть-чуть попозже посмотрим. Давайте-ка мы вначале заберем все, что нам здесь дали. Ох, наверное, из-за того, что я был на работе, ребята, меня скинули с моего пьедестала, да? Нет, смотрите-ка. Ничего подобного. Ах ты, елки-палки. Ну, я сундук получил? Получил, ребята. Но, по-моему, я так понял, что я на втором месте был. То есть, в тройке лидеров, да? Жаль. Ну, давайте, ребята, все, потихоньку-полегоньку. Мы сейчас это настигнем. Опять же, в топ вырвемся. Но для начала мы посмотрим, что у нас это за ивент. Так, играть. Надо посмотреть, что у меня за состав такой. Ой, мне даже не дали выбора. Ядрен батон, ребят. Ладно, давай, стреляй. Черт подери, ребят, у меня... Команда, если честно, не совсем годна для такого поворота. Но будем, сколько сможем, ребят, прожить, столько сможем. Давайте, до последнего, как говорится, будем с вами воевать, драться. Так, 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 надо нам, ребята, здесь заодно еще бабло пофармим с вами. Пич. Ну где там этот стрелок, блин? Давай, вылази. Я не знаю, что ты должен вылезть сейчас. Ну, вначале, да, ребят, все легко, где-то до уровня 5 у нас, без особых каких-либо там усилий. А, расстреливает, расстреливает. Ну, пострелял и хватит, теперь моя очередь. Так, всех, всех в мясо. Дайте-ка я вот эту штуку поставлю. Опа. Отличненько, давайте-ка Далласа вызовем. Пускай нам зарабатывает бабульки. Лишними они никогда не будут. Так, давай. Так. Бочка их всех гасить и взрывать их к ядрене фини. Эй, 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 ты далеко собрался-то, парнишка? Ха, вот это да, шустряк. Ну, где там этот охламон? Я знаю, что... Вот он, вылез. Я знал, что он вылезет, ребят. Самое хреновое, что у меня вот здесь вот сейчас зомбарь встанет. Вот это вообще не есть гуд, на самом деле. Ну, давай, поднимайся, я вызываю... Придется делать так. Черт, ну успел, успел у меня Марина сделать все как полагается. А мы дальше отправляем своих ребят в бой. Будем валить базу ему. Так. Чертовы стрелки, как же вы меня достали. Получите, гады. Дайте-ка я вот эту штуку выставлю сюда. Секунду на секунду вылезет, ребята, стрелок. Я точно знаю, что вылезет. Вот он, вылез. Черт, опять не вовремя, ребята. Персонажик у меня погиб. Эх, сейчас будет зомбарь там вставать. Ну давай, вставай, что ж ты там валяешься? Не нужно вызывать. Вот он встал, ребята. А, он прошел мимо, ну что ж, замечательно. Очень хорошо. Давайте-ка вот здесь вот сделаем маленький взрывчик. И опять отправляем своих ребят, как говорится, на базу. Эй-эй-эй-эй-эй, фу. Молодец, шериф, прикрываешь тыл. А мы пока туда вот бочек набросаем. Елки-палки, это только лишь 4-й уровень будет сейчас, да? Мой рекорд был здесь, ребята, максимальный. 2000, по-моему, здесь максимум можно набрать. Смертей. Ну, естественно, не таким отрядом, уж поверьте мне. Давайте бочки. Оу! Фу, молодец, шериф. Ну, вот это вот на самом деле здесь не в тему, если честно. Вот эту штуку я никогда не беру с собой. Ну, раз уж она нам выпала, фиг с ним, пускай будет. Выпала, точнее, она у меня оказалась. Давай там взрывчик сделаем, есть где-нибудь бочка? Есть. Так, на 4-й уровень перешли базы. То есть с каждым уровнем все жестче и жестче, ребята, будет здесь. Ну, все, все, пострелял и хватит уже. Раздухарился, смотрю там. Бум, ой. Что-то взрыв не получился. Давай, Даллас, выходи. Крошим, крошим их тут всех. Так, бочку туда вот и взрывчик небольшой. Вот так вот. Все, в шоколаде. Ну, расстреливай давай.
Эх, чувствую, чувствую, что сейчас, ребята, будет опять пальба. Ага. Прям все так предсказуемо. Вот самое хреновое, что мы бьем своих зомбарей, ребят, которые нам, в принципе, помогают валить базу. Нет, мы их убиваем, блин. Можно было бы их как-то оббежать, там, не трогать их, по крайней мере. Мы бы намного быстрее бы здесь продвинулись бы. А так, да, получается, что мы зомбарей плодим. Они у нас погибают от нас же. Воу-воу-воу-воу-воу, сейчас будет, да-да-да, ребята. Вот именно этого я и ждал. Так, а теперь делаем вот так. И, пожалуй, вот так. Самое то, что нужно. Сколько у меня? Ну, сейчас, ребята, будет 300 смертей. Это хорошо. Так, надо туда еще бочку одну кидануть на всякий случай. Вот интересно, не знать, какой максимальный уровень? 10-й, по-моему, у базы. По-моему, 10-й, ребят. Так, дайте еще бочку сюда. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Раздухарился, раздухарился. Выходи, роднуля. Ой, я ж забыл, да. Ты тут вообще не в тему. Куда ты бежишь? Разогналась. Красавица ты наша. Так, надо тут что-то по-быстренькому, ребята, делать. Иначе сейчас тут нас разберут. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Тихо, тихо, ребятушки. Фига вы тут раздухарились-то, я смотрю. Совсем страх потеряли, блин. Да на ты получи. Хорошо, что стрелки не могут, ребята, атаковать автобус. А то бы сейчас тут еще расстреляли бы нам. Давайте вот так вот сделаем. Ну, быстрее ты бери свой ствол, ё-моё. О, отлично. Сейчас этот будет стрелять. Вражина, блин. Сто пудов, говорю, сейчас вылезет. И вылезет, как всегда, в неподходящий момент. Ну, естественно, ребят, естественно. Сейчас у меня здесь еще куча зомбарей возле моей базы окажется. Ой, как я паршиво иду, если честно. Очень плохо. Вы посмотрите, у меня уже практически уничтожен автобус. Да. Эх. Еще и зомбарей тут целая куча у меня кружится. Ну, дайте хотя бы 5-й уровень базы выбить. Ну, а там уж, как говорится, все... Ребят, я просто, видите, не знал, что у нас сразу будет бой. Я думал, что мы с вами нажмем, у нас будет какое-то время для выбора группы. А вот хрен там. Нас сразу отправили в бой, блин. Ну, а в бой, как известно, идут одни старики. Куда вы разогнались, а, охламоны? Вот сейчас зря. Зря я, блин, использовал автоматчика. Блин, он бы мне пригодился бы чуточку попозже. Хорошо, давай, влази. Стрелок, где ты там, блин? Где враж... Во. Фух. Сделали, так сказать, зачистку. Погнали теперь. Так, вот этих вот надо вот уничтожить здесь. Ну куда ты прешь, а? Вот куда ты прешь? Отлично, деньги еще зарабатываем. Ну? Так, ладно, гады. Получите. Так, Марина, давай вот погибай где-нибудь там. На их территории. А, сейчас будет заваруха. Ну естественно, ребят. Вот естественно он так вот и подлавливает постоянно. Это очень тяжело сделать так, чтобы к твоей базе эти говнюки не подошли. И ты еще при этом их успел ликвидировать. Тихо, что-то у вас тут дофига. Видите, нету времени. Не знаешь, когда этот стрелок выйдет. Если бы был бы какой-нибудь отсчет, да? Там 2 минуты, 30 секунд. Можно было бы как-то рассчитать. А тут хрен. Ну вот смотрите, ну что там делал? Он бежит, да? Оп, и тут же сразу расстрел начинается. Соответственно, вот здесь у меня появится еще один зомбарь, который мне нафиг здесь не нужен, если честно. Эй, красотка! Вот еще хуже. Так, зомби, проходи, пожалуйста, а? Нет, он все-таки бомбит, блин, мой автобус, а говнюк. Ай, паршиво. Сейчас эти говнюки побегут, естественно. Куда же они денутся-то? Ну, где там стрелок, блин? Я же знаю, что он сейчас будет стрелять. Я специально не вызываю, ребят, никого. Вот он отстрелял. Ну, а теперь уже действительно наша очередь. Пора немножко побуянить. Так вот. Давай, Марина, выходи. Я еще стрелка призову. О, хорошо как. Так, ну что, 5-й уровень базы у нас уже есть.
Ну, до шестого, ребят, мы вряд ли с вами доживем. Не удастся просто-напросто. Сонька, зайди, пожалуйста, на их территорию. Ну, пожалуйста, блин. Это говорит об одном, что, ребята, зомбарь окажется у нас. На нашей, по-моему, территории будет. Сейчас посмотрим. Она сейчас ожив... Да, она бежит к нам. Но она не успела ничего сделать. Так, стрелки, ну-ка. Пошли прочь. Ах, сейчас будет стрелок, ребята. Сейчас, чувствую, будет опять стрельба. Надо немножко здесь подготовиться. Ага, хорошо. Это я перетерплю. Теперь вперед. Да что ты там стреляешь? Эти вот панки хреновые. Колхозники. Колхозный панк, ё-моё. Так, давай, ребята. Ребята, что за фигня происходит? Соня! Жарь как никогда, ё-моё. Ну, естественно, ребята. Их все больше и больше и больше становится. Блин. Во-во-во-во-во-во. Сейчас начнется жесть. Хрен кто подойдет. Не подойдет ни один упырь, ребят. Сейчас еще и Сонька в виде зомбаря живет, ребята. Черт подери, вообще просто замес. И причем капитальный. На тебе, гад. Дострелялся. Ай, не надо уничтожать, пожалуйста. Не надо. Черт, ребят, не хватило чуть-чуть. Погиб, грубо говоря, от рук зомбарей. Ё-моё, 664. Но это, ребята, это вообще ничтожество, поверьте мне. Это я прохожу на изи. Да так, а тут, видите, расколбас полнейший. Ну что, я еще получил один сундучок. Ладно, ребят. Вот такой, ну, ждем, как вы говорили, Хэллоуина. Посмотрим, что у нас там будет. В прошлый раз, я помню, разыгрывался вот этот вот чувачок. Он именно за Хэллоуин давался. Посмотрим. Ну, кстати, там еще были какие-то ивенты, ребята. И были новые персонажи. Я вот, честно говоря, не успел взять. Будем надеяться, что они будут в этот раз. Я успею все-таки их заработать. Нужно пополнить себе всю коллекцию зомбарей. Ой, зомбарей. Солдатиков этих, юнитов. Так, ну что, давайте, ребята, будем с вами... Вообще на пятое место упал. Здравствуйте, приплыли. Не, так дело не пойдет, ребята. Мы, естественно, будем в топ сейчас с вами идти. Но вначале откроем сундуки и посмотрим, что у нас здесь. Так, ну что я могу сказать? Неплохо, совсем неплохо. Давай-ка этот заценим. А здесь будет похуже, конечно, все. Ну, ладно. Хоть что-то, как говорится. Так. Нет, это нам не нужно. Ух, рекламу я не буду смотреть сейчас. Давайте, ребята, пробиваться в топ. Для начала, как обычно, мы посмотрим, что у нас и кто. Оу, теперь я понял, ребята. Для начала я делаю, естественно, свою стандартную комбинацию. Это у меня состоит из Соньки. Сонька у меня уже есть. Состоит также из снайперши, огнеметчика и механика. Начнем со стандарта. А потом уже будем с вами подбирать команду, как говорится, под врага. Сохраняем. И... в бой. Поехали. На первом месте какой-то фаер. Ну, в принципе, тут 3, 8, 4. Должны вырубить-то всех тут. Но. Да, ребята, теперь, как мы видим, огнеметчики друг друга могут поджарить. Так. Газуем далее. Здесь наша победа. Мне нравится, как этот лежит, чувак, глаза на выход у строителя-то. Погнали. Ой, а что здесь один? Да еще и нулевого уровня, ё-моё. Это вообще изи была победа. Так, тут. Тут восьмой, пятый, девятый уровни. Хорошо, давай посмотрим. Все понятно, короче, здесь уже. Здесь победа уже, ребят, за нами. Отлично, двигаемся с вами далее. Так, тут уже... О, тут уже топики, ребята, топики. 13 уровня. Ну, правда, стрелок. Снайпер 6 уровня. То есть, проиграет он сейчас. Все, отлично. Погнали далее.
Так. Ну, жги давай ты. А, тут, смотрите-ка, пожарник был. А, ты, гад, на дорожку все-таки зацепил Соньку мне, а? Ладно, хорошо. Шестая победа, ребят. Пфф, тут вообще издейше. Что-то не то, ребята, тут творится. Но мы пока лидируем. Представляете, если мы сейчас с вами все пройдем, ни разу не проигравши. Что будет? Ну, будете расстреливать, а есть. Зубная щетка нам досталась. Так, и 8 побед, ребята. 8. Погнали далее. Оу. Ну, какого фикуса? Ну. Е. Отлично. 9 из 9, ребят. А нужно было 10, да, побед? Блин, какой-то говнюк один не пришел, а? Как же меня бомбит. Ё-моё, вы представляете, мы сейчас могли с вами вообще в сухую зайти. Кого мы с вами... Кого не было-то, я не могу понять. Да вроде бы все были. Я всех победил, да, всех. Я как бы 10-й же получается, да? Да. Вот так вот, ребята. Прошел на одном дыхании. И теперь даже не знаю, что и делать. Что делать мне сейчас? Сюда идти? Опасно. Блин, ну так хочется забомбить. Так, ну-ка, вот если мы даже предположим, какой бы взять состав? Ну, этого мы явно уберем отсюда. Аустина. Так, кого бы мне оставить? Ну, предположим, мы с вами оставляем Марины. Вот этого ставим. Соньку возьмем. Бочка. Бочка, я даже не знаю. Может быть, заморозку взять? Выбрать. Вот сюда поставить. Тогда у нас получается очень мало... Стрелковых, да? Стрелков мало, ё-моё. А кого мы можем взять из стрелков? Вилли, я думаю, здесь не катит. Может быть, нам взять турель? Как вариант. А будет ли от нее толк? Ой, не знаю, ребят. Ладно, короче, давайте посмотрим. Посмотрим, как у нас здесь все это дело пойдет. Бонусы не хочу я пока тратить. Ну, я имею в виду свои вот эти вот, которые у меня наверху там. Хотя, наверное, придется парочку-то все-таки забомбить. Ах ты, елки-палки, теперь я вспомнил, зачем мне нужна ледянка, ребята. О, бомбила. Давай. Да, надо было сюда заморозку, ребят, ставить. Сразу замораживаем, потом уже расстреливаем. Ну, фиг с ним. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Давай так. Бомбим. Тыч. Ярость, где ярость? Мне нужна ярость, ребята. О, вот они, камикадзушки родные, побежали, ну, естественно. Как же без них? Так, Соня, давай быстрее, ты мне сейчас нужна как никогда. Давай, 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 да... где ты? Ух, есть. Так, давай я... Что такое? Все нормуль, ребята. Выставляем турельку. И погнали потихонечку. Потихонечку погнали. О, заморозка-то у меня, кажется, есть, ё-моё. Что-то я совсем не увидел ее. Ну что же, пока тут в заморозке все, давайте попробуем забомбить эти коконы. Получится, не получится, я пока не знаю. Но надо стараться. Давай, 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 блин. Бомбим, бомбим, и все как-то впустую. Ёпрасете, ну давайте эти коконы достали, вот серьезно говорю вам. Так, тихо, тихо, не надо уничтожать мне тут ничего. Так, еще одна турель, ребят, я ее вот сюда, наверное, поставлю. Кто-то мне говорил, что можно вообще пройти здесь в сухую. Ну, не говорили, а в комментариях мне писали. Что вот так вот просто бомбишь, 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 бомбишь. И потом, что ли, они заканчиваются или что-то там такое, и все. Потом проходишь без проблем. Не знаю, ребят, честно говоря, я как-то сомневаюсь, да, что... Такое реально? Так, подожди, я что-то не врубился, малька. Что это у меня так как-то все тут вышло? Не совсем хорошо. Где, блин, моя Соня? Давай, Сонька, выходи, ты мне нужна сейчас как никогда, ё-моё. Что за дела? Так, давай турелюшку, турелюшку. Куда ее поставить-то, даже не знаю. Давай сюда поставим. Так, ага, вон идет еще один этот кокон, чертов. Там, наверное, уже присел. Сейчас будет свое яйцо плодить. Чертово, вот он, ребят.
Стопудово вам говорю. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, что-то происходит. Как только мы начнем этого чувачка бомбить, ребята, сразу будет выстрел, который уничтожит здесь все. Так, дай-ка я вот так вот сделаю. Заморозочку, как говорится, туда брошу. Авось прокатит. Она прокатила ее. Окей, мы его же заморозили. Дай-ка я еще одну турель вот сюда поставлю. Ну-ну-ну-ну-ну, стреляем, 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 ребят. Без остановки бомбим. Ну как у него понемножку отнимается здоровье, ребят. У этого босса. Совсем по чуть-чуть. Даже не успел бомбануть. Ё-моё, а. Механик, механик. Так, камикадзе. Ребят, вы видели, да? Просто взлетели и положили всех моих Соник. Эти камикадзе хреновы. Даже турельки, блин, не помогли здесь. Да-да-да, поори там еще мне. Так, пора вот этого вызывать, чудика. Так, отлично. Но мне кажется, это, ребята, невозможно бомбить их до тех пор, пока они тут закончатся. Они не закончатся никогда. Они будут постоянно появляться. Постоянно. Так, ладно, давай вот сюда поставим турель. И вот так вот сделаем. Все, этот бомбит у меня, да? Марина начинает бомбить. Хорошо, давайте бомбим потихоньку. Сейчас будет взрыв. Ты-дыч! Ну что, пытаемся как-то, я не знаю, реабилитироваться? Давай, 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 быстрее, 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 ребят, быстрее. Бомбим, бомбим этого чудика. Йоу, просто камикадзе. Тыч, просто всех снесло. Ух, просто всех снесло, ребят. Воу, началось. Давай вот так вот сделаем, попробуем. Ну, конечно, конечно же надо бомбануть. Не дать ни малейшего, ребята, мне шанса. Если он еще раз бомбанет, все. Мой автобус нагнется. Просто поломается, вот и все. Ну, давай, Маринушки! Ну, родные! Конечно. Да как же это... Да что там делает яйцо, ё-моё, а? Давай вот так вот сделаем. Ну! Ну совсем чуть-чуть осталось, ядрен батон. Ребята, ну! Е! Я сам этого не ожидал. Представляете? Ну прошел. Слишком просто. Да, наконец-то, ребята. Изи. Фух. Почему мне 3 звезды дали, я не понимаю. Но это было круто. Бонус 3 первые звезды, плюс 50%. Фу, у меня же, ребят, подождите, немножко ж... О, сердце что-то заколотило. Фух, конечно же, надо получить денежку. Так что посмотрим рекламку. Вот так вот, ребята, сам того не зная и не подозревая, я прошел игру, я прошел все уровни. Но не стоит забывать, ребята, что мы все уровни проходим на 3 звезды, так что мне еще впереди очень долгий путь. Так, давайте глянем, что у нас там дальше-то будет. Ролик какой-нибудь будет, заставочка или что-нибудь такое, нет? А, да, у нас открывается же карта сейчас. И все. Да, на этом. Ну что там идет, загрузка какая-то. Слушайте, ну, такое впечатление, ребят, что мы будем все-таки когда-нибудь получим все-таки 9 уровень. Не знаю, будет такой или нет. Вроде бы как бы босса убили главного. Ну, согласитесь, да, что-то как-то концовочку-то могли бы поэпичнее сделать. Ой, здесь 3 звезды получить, здесь нужно получить 3 звезды. Здесь, здесь и здесь. Будет очень тяжело, но...
тем оно, как говорится, и слаще для меня. За это время я накоплю бонусы все эти и буду... Ну, согласитесь, вот последний уровень, ну, нельзя было бы пройти на 3 звезды, ну, никак. Это хорошо, что они их все-таки дали. Отлично просто. Ну, что ж, дорогие мои друзья, наверное... Наверное, что у нас тут? Тут я еще в топе. Наверное, на этом и буду завершать этот видосик. Видите, как сегодня получилось все. Не зря, как говорится, пришел. Причем сразу же на шару каким-то составом таким пробным прошел. Очень круто. Но, ребят, честно скажу, что раньше тоже пробовал им пройти, но ничего не выходило. Тут как-то у меня ребятушки, особенно Марина и вот инженер... Механик этот, как видели, как они начали этого босса калашматить, тем более я специально нажал на берс, чтобы у них усиленная была атака и скорость быстрее, чтобы не успели эти, как говорится, зомбари тут приплыть ко мне. То есть все прошло великолепно. Но, ребятушки, это, как говорится, не конец. У нас еще будут и ивенты, и я больше уверен, будут новые юниты. Мы это все будем смотреть. С игрой, как говорится, мы с вами не прощаемся. Ну, а на этом, пожалуй, я буду и завершать этот видосик. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Пускай было коротко, но зато, как говорится, с пользой для всех. Так что, ребятушки, всем пока, удачи и до новых видосиков. When you want to get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view, you should grow feathers and see this too.